Сегодня у здания ГКНБ вновь многолюдно. Митинг сторонников арестованного лидера Атамекена начался в 2 часа дня. Как говорят организаторы акции, требования у них те же. Освободите из-под стражи Умирбека Тыкебаева. Завтра, послезавтра будем проводить митинг в соответствии с нашими конституционными правами. Право мирно собираться и защищать наши права. Сегодня будем проводить митинг с 2 до 6 часов. У нас каждый день митинги будут проходить с 2 до 6 часов. И сколько планируешь? Чтобы люди не уставали, чтобы не было провокаций. Вместе с Тыкебаевым под стражу заключили экс-главу МЧС в период временного правительства и бывшего посла Дюшанкула Чотонова. Его также подозревают в коррупции и мошенничестве. Ранее сторонники Чотонова заявляли о присоединении к акциям протеста в поддержку Тыкебаева. Однако сегодня число митингующих сравнительно вчерашнего было меньше. Ну, дальнейшие наши действия будут продолжены в рамках той линии работы, которую мы уже озвучивали. Это продолжительные акции, это бессрочные акции. Завтра будет обсуждение. Также, я надеюсь, по крайней мере, мы будем ставить вопросы о том, чтобы включили в повестку дня этот вопрос. Отметим, в здании ГКНБ все эти дни с момента задержания Умирбека Тыкебаева взято под усиленную охрану. В 6 часов митингующие разошлись, пообещав собраться завтра. Айбек Айтбаев, Асхат Ибраимов, НТС.